Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы посещаем экотехнопарк, где происходит очень много всего интересного, но обо всем по порядку. Строительство экотехнопарка SkyWay продолжается, и все работы проводятся в строго установленные сроки. В прошлых репортажах мы уже отмечали, что место становится все более популярным у любителей активного отдыха. И чем дальше продвигается сооружение центра инновационных разработок, демонстрации, сертификации, испытаний, производства, совершенствования технологий струнного транспорта, и тем более заметной становится красота природы, которая окружает это место. В день посещения строительной площадки наша съемочная бригада стала свидетельницей бетонирования колонн промежуточной металлической опоры. Напоминаем, что подобные элементы путевой структуры могут изготавливаться из различных материалов, и в экотехнопарке SkyWay решено было продемонстрировать два варианта – железобетонный, а в силу местных особенностей, в частности завода железобетонных конструкций, расположенного неподалеку, оказалось более выгодным ставить именно такие опоры, и металлический. В подобном случае легкая стальная опора устанавливается на свое место, а потом уже происходит заполнение бетоном полости ее вертикальных колонн и обетонирование снаружи. Уже вывезены на место и подготовлены к монтажу фундаментные стаканы промежуточных опор легкой транспортной системы. Напоминаем, что по ней вскоре побегут самые спортивные транспортные средства из всего подвижного состава SkyWay – юнибайки. Но самым важным событием этого дня стало, безусловно, бетонирование фундаментной плиты второй анкерной опоры городской и высокоскоростной пассажирских линий. На транспортно-логистическом узле SkyWay, совмещенном с первой концевой анкерной опорой, работы тоже не останавливаются. Но сейчас все наше внимание сосредоточено именно на этом объекте. В день посещения экотехнопарка SkyWay нашей съемочной группе посчастливилось увидеть как начало, так и успешное завершение работы по бетонированию фундаментной плиты второй анкерной опоры. В основе этого объекта, как вы можете видеть своими глазами, помимо сотен тонн прочнейших строительных материалов, заложены и самые тонкие материи, добрые пожелания, чистые эмоции и светлые мысли многих наших партнеров, посетивших это место в недавнем прошлом. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvdefisystems.com. Слово «анкерное» означает «якорное». Если вы чувствуете, что хватит болтаться, как цветок в проруби, и пора бросить где-то якорь, в нашем проекте вам всегда будут рады. Строй SkyWay, спасай планету!